В большом зале заседаний непривычно пусто. Из 30 кресел занято лишь 13. Такой массовый прогул депутатов до этого дня зафиксирован не был. Правда, шестеро народных избранников отпросились у председателя заранее. А вот остальные 10 о своем отсутствии даже не предупредили. Без установления причин, то есть мы обзванивали, сказали, что будут на заседании, тем не менее сегодня не пришли. Это Беляев Евгений Анатольевич, Беляев Евгений Николаевич. И коммунисты в полном составе. Это 8 человек депутатов. Депутаты у нас заотдыхались. Поэтому очень это как бы некрасиво, потому что есть вопросы городские, которые нужно решать, значит, безотлагательно. И такое поведение депутатского корпуса, значит, оно недопустимо. Мы будем это дело разбирать обязательно, что происходит. Из всех намеченных мероприятий удалось провести лишь одно. Новоиспеченному депутату, члену фракции «Справедливая Россия» Диане Чуй вручили депутатское удостоверение и значок. А вот рассмотрение 13 вопросов, заявленных в повестке дня, пришлось отложить. Я прошу оперативно отработать эти вопросы. Это серьезно, это очень важно. В противном случае мы должны на сегодня остановить все ремонтные работы на улицах города. Мы нашли возможность направить дополнительные ассигнования. Львиная доля как раз приходится на городские дороги. Последнее заседание Думы состоялось в июне. И вот спустя 2 месяца депутатский корпус собрался всего на 7 минут. И теперь голосовать по вопросам, которые уже не терпят отлагательства, народные избранники будут по телефону.